Видимо, в каждом мужчине есть что-то от Лары. Однако обоюдоострый меч, который помогает обретать бесценные вещи, можно использовать и для их защиты. Но я думаю, что для мужчины может быть нечто большее. Это... Всем привет, я Евгений Шишков по прозвищу Шиша. Представляю его величество бокс город Подольск. Через пару мгновений вы увидите красоту и зрелище кулачного поединка. Поэтому я вам рекомендую не переключаться, а включаться и не моргать. Будет интересно. Всем спасибо, всем пока. И мы переходим к бою, возможность которого не верил даже наш матчмейкер. Уж больно сложно было найти одного из его участников. Но чему быть, того не миновать. И сегодня мы с вами увидим то, что заслужили. Встречайте участников этого громкого противостояния. Выйти из сумерек, Дедок Мурат Абдуллаев. Настоящий кизлярский воин, не только в киберпространстве Доты, но и в реальной жизни. Легендарный боец Топ Дог, который с нами с далекого четвертого турнира. Много боев позади, много соперников, чьи имена вы хорошо помните. А главное, много рубки, и он залетает в наш ринг, не желая тратить ни одной лишней секунды. А главное, много рубки и бескомпромиссного стиля. Что, ты как? Все в порядке? Все, ну, что мне тебе объяснять? Ты все знаешь, брат, давай удачи. Он не изнурял себя тренировками, не искал сложных тактических ходов в ринге. Он бился, бился как настоящий воин, как истинный боец Топ Дог. Принимал удары не блоком, а лбом и отвечал не одним, а бесконечными сериями. Каждый пропущенный давал ему лишь сил и украшал его лицо улыбкой, а каждый нанесенный лишь вызывал желание добавить еще. И вот он здесь, на нашем юбилейном турнире, и он тут по праву. Аплодисменты для Мурата Абдуллаева! Против него главный дебютант прошлого года, жемчужина Подольска, Евгений Шишков, Шишей зовущийся. Прошедший самый полный путь нашей организации. С открытого ринга через проспект в главный ринг Топ Дог, где уже успел побыть не только бойцом, но и ведущим и комментатором. Хладнокровный и расчетливый, он также не хочет терять времени. И рассудительный и спокойный в жарком споре, Шиша полюбился фанатам кулачного спорта. А его жесточайший удар справа не раз преподносил сюрпризы и заставлял публику вскакивать со своих мест в сумасшедшем экстазе. Что ты как? Все, двигаемся, работаем, все красиво, пока все удачно. Но проиграл лишь однажды, но это никак не изменило его планы, а лишь подарило нам ожидание трилогии. И сегодня, как всегда, служители армии фанатов, он выходит на наш юбилейный турнир, чтобы подраться с тем, кого он так тщательно искал, и наказать его за непрофессиональный подход к делу. Мурат Абдуллаев, Евгений Шишков, первый раунд!
Добро, парни, подойдите ко мне. Добро пожаловать в ТОП, пожали руки. Внимательно слушайте команды. После команды стоп не работаем. Вы профессионалы, все знаете. Все. В угол. Судья готов. Тайм. Эй! Команда стоп! Нечаянно все было, работа. Хай! Yeah.
пожалуйста. Все хорошо делается. Он тоже устал, Мурон, он устал. Иди сюда, учи. Ура! Потом собрал, дальше больше. Вот не зарубайся. Он этого не хочет. Подыши, брат, подыши. Стой! Фай! Не бросаешься, без борьбы, без борьбы. Фай! Стоп! Фай! Стоп! Встаем, встаем! Хватит! Ходи за спину, Жень, он тебя бросается. Так, он устал, Эй, он без здесь сложился. Просто брат, руку держи, не отпускай. Да, Yeah!
Файт! Помогите мне. Все, тайм. Мурат. Мурат. Шиша. Тайм. Бай. Стоп! Разошлись! Стоп! Стоп! 10 секунд! Файт! Стоп! Время! 6! Бойцы на середину. В этом бою победу единогласным решением судей одерживает Евгений Шишков, Шишей зовущийся. Женя, поздравляю тебя с победой. Первым делом пакетик. Пакетик от нашего партнера, букмекерской компании Alimbet. И бонус от этого же партнера, букмекерской компании Alimbet, твоего личного спонсора для тебя. Это был очень эмоциональный поединок. Самый эмоциональный за сегодня, возможно, один из самых эмоциональных вообще за историю нашего турнира. Претендент пока что на звание лучшего боя этого вечера. Поэтому скажи нам слова от себя, что это значило для тебя и что ты думаешь по поводу профессионализма детка. Угомонись, строптивого. Угомонись, строптивого. Что ты видишь, я, блин, напрягаюсь, что ли? Ну, а не трогай меня. По-хорошему. Слушай, подрались. Не, подрались. Какие у тебя вопросы ко мне? Я тебе говорю, красавчик, победитель. Я тебе говорю, тормози, не трогай. Я тебе говорю, порывы радости, что попало, не скажи. Слушай, я... прекрасно меня знаешь, у меня нету никакого негатива. Во-первых, Москва, всем привет.
Я рад быть здесь снова. Крайний мой бой был полгода назад. И я прям, ну реально сейчас кайфанул. Я счастлив, что я здесь нахожусь. Благодаря всем вам, болельщикам, кому не безразличен топ-дог. Братцы, это кайф. Вы приятно. Вы приятная компания, вы приятная публика. Спасибо вам. Не считая того, что у Данечки регбиста супер прикид, вы это заметили. Супер просто. Это было великолепно. Братцы, топ-дог, всем спасибо. Я вас уважаю, люблю. Вы мне как вторая семья. Все это прекрасно знают. Я в топ-доге. Йоу, и вообще, я всегда здесь останусь, пока живой. Что, спасибо детку все равно в итоге. Чтобы чего ни произошло, он вышел. Мы показали нормальный техничный бой, я считаю. Вот заслуживаем боя вечера. Дед, спасибо. В любом раскладе. Нету негатива, я нормальный, адекватный парень. Херню я не сидеть не буду. Мы топ-дог, мы на уважении, в любом раскладе. Всем спасибо. Спасибо, это был Евгений Шишков, Шиши зовущийся. Спасибо, да. Пару слов. Заруба, фитнес, город Климовск. От души. Мой фок, тренера Андрей Климов, Демис Татаров. Мой Вилен, мой Ахпер, вся братва, мой Саус. Всем от души. Все, кто принимал какое-то участие в моей подготовке. Все, мое безграничное сердце, это вам. Всем спасибо. Спасибо тебе, Женя. Дедок, вот хочу поговорить с тобой, прочитать тебе нотацию, потому что ты своим поведением, вот у меня было к тебе очень хорошее отношение, но ты его просто убиваешь, потому... Но ты показываешь... Оно надломлено, потому что ты не нейтральный, ты просто показываешь своими поступками прежде всего неуважение ко мне и неуважение к лиге. Ты непрофессионально подходишь к поединку, ты не делаешь вес. И вот тот результат, который у тебя сегодня, это закономерное следствие вещей. Ты нормальный парень, ты можешь все делать гораздо лучше. Я выиграл сегодня 50 тысяч рублей, но то, что ты не упал и продержался весь бой, это шок для меня. Я понимаю, но я тебе хочу сказать, что ты должен уже встать на нормальную дорогу. Я тебе говорю это перед людьми. Это неправильно то, чем ты занимаешься. Ты неуважительно себя ведешь, прежде всего, по отношению ко мне. Ты даешь на людях слово и потом, блядь, просто забываешь об этом. Это неправильно. Ну кому я дал? Пожалуйста, дайте минутку тишины. В первую очередь, я никогда в жизни еще... Брат, даря здесь не благодарил своих родителей. Мама, спасибо тебе большое, то, что ты меня воспитала, родила все. Отец, за твою строгость я тебя очень сильно люблю. Вторую очередь, спасибо организации, то, что дали возможность подраться. Хотя, знаешь, я и сам 50-50, ни один день тренировок. Второй, Шиша, вот третий, тебе большое спасибо, ты мне дал повод тренироваться от души. Ну дай бог, мы еще увидимся. А вот теперь не имеет значения, проиграет сегодня Мельник. Реванш. Следующий бой реванш. Можно? Посмотрим, как он сегодня будет. Давай я тебе скажу другое. Вот прежде чем говорить о реванше с Мельником, ты показал на весах 77, ты не можешь драться в 70 килограмм. Да ты уже не первый раз это говоришь. Я не один день крышу. Покажи 70. Покажи. Я знаю, что ты не тренировался, меня это не устраивает. Меня это не устраивает. Покажи 70. Один вопрос. Без тренировок я вам здесь понравился? Пожалуйста. Дедок, ты вернул к тебе нормальное отношение, но я хотел бы, чтобы это не только здесь было. И вот ты вышел отсюда и не забыл о том, что говоришь, а вернулся нормально в тренировочное русло. Следующий бой со мной. Мурат Арзулаев, дедок, аплодисменты! Всем, спасибо большое. Тебе тоже, друг, ты меня замотивировал. Спасибо. Совсем забыл, что
ты пропустил награждение за лучший дебют этого года. Евгений Шишков получает сейчас. Спасибо, ребят.